Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя, и это мой канал Мобзорка, где я обзираю мобильные игры. Но сегодня на повестке дня у нас не обзор, а видеопрохождение квеста Morning Flowers из игры Another Eden, который сейчас, к слову, идет коллаборейшн с Persona 5. Как и в любой другой игре, в этой есть сайт-квесты, про один из них я и расскажу. Еще раз повторю, называется он Morning Flowers, что переводится как траурные цветы. Многие называют его квест с цветами. Я точно не смогу сказать, что же есть такого в этом задании, что меня зацепило и зацепило ли. Обычный сайт-квест, в нем нужно быть внимательным, может быть. Во дворце Парсифаль мы встречаем горничную, которая в панике просит нас пойти к старшей горничной и невзначай спросить, какие цветы любили король и королева, почившие ныне. Найдя старшую горничную, мы понимаем, почему горничная забыла, какие нужны цветы. Старшая горничная рассказывает историю своей жизни. Нас это почти не затронуло, потому что мозг главгероя улавливал только информацию про цветы. И вот что мы знаем. Она говорит про 4 вида цветов, упоминая помимо названий количество лепестков и цвета. Если выписать на бумагу все, что она говорит про цветы, то получится такая вот схема. Каринда Бэйби Розес, 8 лепестков, красный, белый, розовый. Зол Сафрон, 4 лепестка, коричневый, белый, розовый. Каринда Розес, 5 лепестков. Чарл Флэбэйн, 12 лепестков, желтый, зеленый, фиолетовый. Казалось бы, что сразу Каринда Бэйби Розес, она же так и говорит. Но тут мы вспоминаем про то, что у них сейчас не сезон. Ну ладно, подумала я, на месте разберемся. После того, как на месте разобраться не удалось, пошла обратно к горничной. Но квестовая отметка с нее уже спала, поэтому обращаю ваше внимание, что находится она здесь, если смотреть на карте на первом этаже дворца Парсифаль. Прибыв в Актиул пешком или быстрым перемещением, идем к торговцу. Он спрашивает название цветка, количество лепестков и цвета. Я все перепробовала, но нифига не получалось. В итоге, прочитав несколько раз историю горничной и выписав цветы на бумагу, поняла, что нужные нам цветы – это Каринда Розес, 5 лепестков. И так как она про цветание говорила, то мы берем цвета из Каринда Бэйби Розес, так как это, ну, в общем-то, одни цветы. Красный, белый и розовый. Профит! Надеюсь, вам помогло это видео. Если да, то ставьте лайки. Пока-пока!